كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته واستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله سبحانه وتعالى قرآن говорит: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Поклоняйтесь Аллаху, говорит Субханаху ва Тааля, ولا تشركوا به شيئا, и не предавайте ему сотоварищей, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, и отнеситесь к своим родителям лучшим образом, говорит. Всевышний Аллах в этом аяте соединил почтение родителей, проявление уважения к ним с поклонением Аллаху Субханаху ва Тааля. Сразу же после того, как повелел поклоняться Аллаху, ради чего мы были созданы, и потом сказал не предаваться сотоварищей Аллаха Субханаху ва Тааля, от чего нас всегда остерегает, сразу же повелевает нам وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, относиться лучшим образом к родителям. Поэтому, дорогие братья, права родителей на нас очень огромны, и наши обязательства по отношению к ним очень ответственны. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Мы завещали человеку, чтобы он относился к своим родителям благостно при их жизни и после нее. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Ведь мать носит его в своем животе со слабостью, которая прибавляется к слабости. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, и отлучение его от груди в 2 года. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. И мы сказали ему, говорит Аллах, благодари меня и твоих родителей, так как возвращение твое ко мне, говорит. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. А если твои родители будут усердствовать, чтобы ты предал мне сотоварищей, о чем у тебя нет знаний, то ты не повинуйся, говорит. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, и при этом сопровождай их в этом мире с благом, говорит. То есть в этих аятах мы видим, что перед правами родителей нет никаких прав, кроме прав Аллаха Субханаху ва Тааля. Нам не разрешается слушаться родителей только в одном случае, если это ослушание Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. В остальных моментах человек всегда должен слушаться родителей, проявлять к ним все возможное почтение. Аллах Субханаху ва Тааля, описывая своих пророков в Коране, рассказывает, как они говорили: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Рассказывая о Закарии, алейхиссалям, говорит: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ,
Чуть подвиньтесь вперед, братья. И он был почтительным, уважительным к своим родителям, говорит. Валям якун джаббаран асия, и не был ослушник, и тираном, и ослушником, говорит. А также Иса, алейхиссалам, когда разговаривал, когда будучи младенцем на руках своей матери, когда он разговаривал с Бану Исраил, он рассказал, о чем Аллах Субханаху ва Тааля ему повелел, и там же сказал: «Вабаррам би валидати, валям яджальни джаббаран шакия». И Аллах сделал меня уважительным, относящимся к своей матери, говорит. «Валям яджальни джаббаран шакия». И не сделал меня тираном, шакия, несчастным, говорит. Поэтому, дорогие братья, важность, особенно для молодежи, хочу сказать, сегодняшний день именно им и посвящается эта ваза. Так как очень много вижу, что оставляют адаб родителей. Вот. Не знают, как элементарно относиться к родителям. Вот. Нарушают адабы своим языком, своими делами. Вот. Что такое уважение, которое от Аллаха Субханаху ва Тааля, проявление уважения, бирруль валидейн, что это такое? Вот. Которое Аллах Субханаху ва Тааля нам повелевает. Это проявление всевозможного почтения, которое, будь это словами, будь это делами, выбирать для этого при этом самые лучшие выражения, когда ты разговариваешь с ними. Вот. Проявление смирения перед ними. Если они далеко, непрерывная связь с ними. Расход имущества на них, обрадование их разными подарками, когда, находя разные случаи, вот, прислушиваться не к их словам, а их чувствам, что они чувствуют. Понимать, что может их задеть и что может их обрадовать. Успокоение их, вселяя их сердца спокойствие, вот, и устраняя любые причины тревоги им. В общем, всячески искать довольство родителей. Вот это и называется бирруль валидейн. Почтение родителей, уважительное отношение к родителям. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране еще раз подчеркивает, говорит: «Ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидейн ихсана». И решил, то есть повелел Господь твой, говорит, что вы, о люди, не поклонялись никому, кроме Аллаха, не признавали другого Богом, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, и к родителям проявляли искреннее благодеяние. Имма яблу... Потом далее Аллах рассказывает: «Имма яблуганна индака лькибара ахадухума ау килахума, фала такул лахума уф». Если достигнет при тебе старости один из них или оба, то даже не говори им «уф», говори. Что означает «уф»? Это как бы проявление недовольства. Когда человек говорит, даже когда мы недовольны. Именно это для чего Аллах Субханаху ва Тааля упоминает, что мы смотрели на их чувства. Когда ты «уф» говоришь, он говорит, да, вот это слово, что-то повелели тебе, да? Много видим на нынешней молодежь. Им говорят, что-то так-то делают. Такое недовольство закрывает дверь, там недовольство проявляет, такое лицо тоже такое делает. И это тоже является то, что Аллах запрещает нам. Это слова «уф». Ты не словами не сказал это, но показал это. Значит, ты не прислушался к их чувствам. И этим ты оставил адаб. Ты считаешься хаккан ли валидайка, ослушавшись Аллаха, и который ослушался своих родителей. Вала танхархума, вала такуллахума уф, не говорите им уф, говорит. Вала танхархума, и не кричи на них. Вакуллахума каулан карима, и говори им уважительные слова. Далее Аллах говорит: «Вахфид лахума джанаха дзулли минар рахма». И опусти перед ними
перед обоими твоими родителями крыло смирения, говорит. Аллах как бы уподобляет человека, твое смирение уподобляет птице, которая расставляет свои крылья для своих птенцов. Вот таким же образом проявляй свое смирение перед ними, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Мина рахма, милосердие, своего милосердия. Вакур раббирхамхума кама раббаяни сагира. И когда они умрут, делай дуа им, говорит. О Аллах, помилуй их, как они меня воспитали в детстве, так помилуй же их, так скажи, говорит Аллах Субхана ва Тааля. То есть Аллах что говорит в конце этого аята? Чтобы мы вспомнили, какие права наши родители, сколько они трудились над нами. Какие права наши родители на нас имеют. Они с маленьких лет держали нас на своих руках. Умар ибн аль-Хаттаб, один день человек приходит и спрашивает его. Моя мать, говорит она, до того стара, говорит, я всегда ее ношу на своей спине, говорит он. Даже когда ей нужно исполнить свою нужду, она это делает на спине, говорит, я ей только помогаю. Буду ли я, то есть, можно ли считать, что я дал ей хак, говорит. То есть, того воспитания, которое она, то есть, я как бы возместил ей то, что она мне, те трудности, которые она видела. Он говорит, нет, говорит. Когда она тебя несла, будучи маленьким, она переживала за тебя, говорит. Она боялась, что ты уйдешь от нее, что ты умрешь или что-то с тобой случится. Но сейчас ты этого не чувствуешь, говорит. Ты не воздал ей, говорит, это еще. Что бы мы в своей жизни ни делали, мы не сможем воздавать родителям то, что они нам дали. Даже те боли, которые мать увидела, те трудности, которые мать увидела, когда носила тебя в своей чреве, те боли, которые она чувствовала, когда она рожала тебя, те бессонные ночи, которые она проводила, когда хоть малейшая болезнь у тебя когда проявляется. Как ты сможешь возместить это? И при этом мы можем, когда они уже стареют, когда у них акль уходит, это показывать себя, свою гордыню над ними. Вот. Разговаривать с ними. Молчи, мама, ты ничего не знаешь. Молчи, да, папа, ты ничего не знаешь. Вот такое отношение, субханаллах. Ва ля такул лахума уф. Не говори даже уф, это слово не говори даже, говорит. Не проявляй им недовольство, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Аллах Субхана, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отношение, почтение родителей сравнивал с джихадом на пути Аллаха. И когда к нему приходили люди воевать на пути Аллаха, и он спрашивал, твои родители живы, ты взял разрешение у родителей? Один пришел, человек пришел в хадисе, который передает имам Муслим, пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «Убайюрука аля л-хиджрати валь-джихад». Я тебе даю байат, говорит, чтобы делать хиджру к тебе, переселиться к тебе и воевать с тобой на пути Аллаха, говорит. «Абтаги л-аджра мин Аллахи азза ва джаль». Я хочу аджр получить от Аллаха, говорит. «Кала фахал мин валидайка ахадун хайюн». «Жив ли один из твоих родителей?» спросил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. قال بل كلاهما اني اوبا живи говорит فتبتغي الاجر من الله عز وجل ты хочешь اجر от Аллаха спрашивает он его قال نعم قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما вернись к своим родителям и проявляй им почтение пока они живы говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям другой человек также пришёл посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям хадисе который передаёт Абу Дауд и имам Ахмад Абу Саид аль-Худри рассказывает, что один человек из Йемена пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, переселился полностью к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, хочет всю жизнь провести вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Это мечта каждого человека, каждого верующего человека. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Хал а лака ахадун филли бил яман?» У тебя кто-нибудь есть, остался в Йемене? Хала родители остались. Он говорит, они разрешили тебе, говорит. Он сказал, нет, говорит. Кала ирджи илайхима фастаъзинхума. Вернись к ним и возьми у них разрешение, говорит. Если они дадут тебе разрешение, фаджахид, ва илля фабиррахума. Если они дадут разрешение, тогда делай джихад на пути Аллаха. Если нет, то проявляй к ним почтение и оставайся вместе с ними, говорит. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
Поэтому посланник Аллаха говорит, несчастен тот человек, три раза повторил, несчастен тот человек, قيل من يا رسول الله кто о посланник Аллаха спрашивал من أدرك أبويه عند الكبر тот человек который достиг своих родителей когда они были взрослые أو أحدهما أو كلاهما или один из них или обе говорит فلم يدخل الجنة и не смог войти в рай говорит по причине почтения этих родителей проявления уважения к этим родителям говорит понимаете это открытый рай это родители Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я говорю, один человек приходит и говорит, я хочу делать газоват с тобой. Алака мин уммин, у тебя есть мать, говорит. Да, говорит он. Ильзамха будь с ней, говорит. Фа иннал джанната тахта риджлайха. Рай находится под ее ногами, говорит. Будь с ней, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Довольно, что ты так получишь, говорит. Когда Ияс ибн Муавия, один из великих табиинов, учеников, сподвижников, нашли плачущим в мечети и сказали, что заставило тебя, что случилось, спрашивают. Сказали, «Кана ли бабани мафтухани миналь джанна?» У меня было две двери, говорит, открытые в раю, в рай. Две двери были, два ворота были открытые в рай, говорит. «Углика ахадума» – один из них закрылась сегодня, говорит. То есть умерла отец или мать. Поэтому, дорогие братья, почтение родителям, если вы хотите оценить человека, смотрите, как он уважает родителей. Это указывает на мужество человека, на порядочность человека, на разум человека, и будет ли он счастливым этой дуне и в судне. Потому что счастье в этой дуне и судне не только посредством родителей идет. Поэтому, если мы хотим с кем-то дружить, если видите человека, который не уважает родителей, оставьте этого человека. В этом человеке нету добра. Как сказал Умар ибн Абдул-Азиз, никогда не дружи человеком, который не проявляет уважение к своим родителям. Говорит, он к тебе тоже не будет проявлять уважение, говорит. «Ла тасхаб аакан ли валидайи», говорит он. Поэтому, дорогие братья, кроме как фарза, фарз, который вот непременно сейчас возложил на нас Аллах Субхана ва Тааля, ничему нельзя давать предпочтение перед уважением родителей. Даже талабуль-ильм, даже дава, что бы ни было, если мы видим, что родители стали взрослыми, надо их. У них, через них приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля. У меня был друг, и есть сейчас. Это после того, как талабуль-ильм закончился, он учебу закончил, на каникулы приехал. Старая мать у него была. У него были разные предложения в Европу, туда-сюда, разные места уехать, дава делать. Приглашали этого человека. Но у него была мать больная. Он говорит, врачи ей сказали, ей осталось 6 месяцев, говорит, умереть. Этот человек сказал ей, пока мать жива, я никуда не уеду, и начал вместе с ней и ухаживать за ней. Я не видел человека, таким образом ухаживающего своей матери, и лекарства, и массажи, и все вот так, вот так, вот так. Это было в 2000 году, до сих пор его мать живая. Те врачи, которые обещали ей 6 месяцев, умерли уже. Понимаете? Это... Нами они живут, наши родители живут нами. Чуть-чуть от тебя довольствуют, они радостные будут, субханаллах. Что бы ты ни совершал, какое бы ты ни совершал, не проявлял неуважение или что-то, они, если ты что-то им мягкое скажешь, они сразу забудут это. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям,
حقوق الوالدين أصوشاني رديتي لم приравнивал вал. То есть говорил, что они являются самыми, одной из самых больших грехов. Акбару аль-кабаири, говорит посланник Аллах, самые большие грехи, это говорит аль-ишраку биллах, ширк Аллаху, и после что говорит? Сразу же. Хукуку аль-валидайн, ослушание родителей. Ва катлу нафси, убийство человека, валь-ямину аль-гамусу, и клятва ложью, говорит. Ложная клятва, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, что он дал нам тауфик проявлять должное уважение к нашим родителям. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, что наших родителей сделали причиной, что мы вошли в рай. Акулю каули хаза ва астагфиру ллах. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم إياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. Дорогие братья, причины ослушания родителей разные. Первая причина это, конечно, جهل. Незнание шариата, неимение шариатских знаний, исламских знаний. А также отдаление от Аллаха субханаху ва тааля, слабость имана в сердце человека. Второе это плохое воспитание. Плохое воспитание, если мы видим, что наши дети ослушаются нас, значит мы их плохо воспитывали. Не проявляли должное уважение к ним. То есть упустили момент их воспитания. Если вы хотите, чтобы ваши дети были послушными вас, то воспитывайте их должным образом. А также третья причина ослушания родителей, дорогие братья, это плохие друзья наших детей, которые влияют на них. Каждый человек должен знать, с кем дружит его ребенок. С кем он ходит, даже когда взрослый. А также причиной ослушания детей, может быть, и мы сами тоже. То есть сами ослушались когда-то. Аль-джаза у мин джинси ль-амаль, говорится. Тебе воздаяние, как ты сам сделал, такое тебе тоже будет. Особенно по отношению к родителям. Особенно. Аллах субханаху ва тааля обязательно тебе покажет, как ты относился к родителям. Если ты уважительно и почтительно относился, это тоже покажет. Если ты не проявлял уважение, это тоже покажет. Был известный языковед, арабский поэт, ученый Аль-Асмаи. Он говорит, один из бедуинов мне сказал, говорит, я решил найти человека непослушного, который проявляет больше всех ослушания родителей. Такого человека найти, говорит. И найти человека, который проявляет больше всех уважения к своим родителям, говорит. И он говорит, один день я нашел на рынке одного старика. У него на шее висело ведро, на шее висела веревка, и в руках у него было ведро, говорит он. И этим ведром он носил воду для своих верблюдов. А этот за веревку, которая была завязана на его шее, держал один молодой парень, говорит. И он периодически избивал его по его спине, и спина была окровавлена. И он удивился, он говорит, что ты делаешь с этим человеком, старым человеком, говорит. Он говорит, это не твое дело, не вмешивайся, говорит он ему. И сверх этого, это мой отец, говорит он. И ты знаешь, почему это? Потому что, говорит, он своему отцу тоже так делал, говорит. Его отец своему дедушке тоже так делал, говорит он. И этот был самым худшим человеком, который я нашел на земле, говорит, рассказывает этот бедуин. Ласмай.
Поэтому, дорогие братья, если мы хотим, чтобы наши дети к нам проявляли уважение, проявляйте своим родителям уважение. Если они не живые, делайте им дуа. А также то, что провоцирует детей, дорогие братья, на ослушание родителей, это различные отношения, как бы одним относиться хорошо, другим плохо. То есть разделение детей. То эти одних приблизить, других отдалят. И это в первую очередь вселяет зависть в их сердца и проявляется у них ненависть к родителям. А также многое зависит, дорогие братья, от воспитания детей и побуждения их делать благие дела. Нельзя быть, не надо быть всегда недовольными, что бы они ни делали, какое бы вам они ни проявляли уважение, дайте им знать, что вы довольны. Когда вы проявляете всегда недовольство, то они как бы отчаиваются и ослушаются. Я именно о молодежи говорю. А также в нынешнее время причиной ослушания детей становятся многие разводы. Развод родителей и последствия развода имеется в виду. Последствия развода. То есть разводятся муж и жена, дети остаются с одним. Или с отцом, или с матерью. И начинает капать или отец, или мать начинает капать на детей. Он отец плохой, отец такой-то, чтобы к нему потом не возвращались или полностью, чтобы они забывали его родственников. Или ты толкаешь их на большой грех по своему джалю, по своей глупости, или женщина, или мужчина. И вы толкаете воспитываете детей, которые будут разрывать родственные отношения, которые будут плохо относиться к своим родителям. Даже если он отец тебя не воспитывал, если ты даже жил с матерью или с отцом, без разницы, в любом случае ты должен проявлять уважение к своей матери или своему отцу. Приходит женщина, говорит, он не хочет возвращаться отцу, говорит, он не любит своего отца, говорит. Конечно, когда ты капала в его голову, чтобы он не любил своего отца, конечно, он не будет любить своего отца. А кто сделал, чтобы он не любил твоего отца? Где твоя религия, где твой аманат? Аманат же это ребенок у тебя. Ты должен воспитывать этого нормального ребенка, вот, который знает, кто такой отец, кто такая мать. Почему вмешивать своих наших детей разногласия, которые между нами? Свои пороки, чтобы перешли к этим детям. Субханаллах. И потом удивляемся, когда они взрослые становятся, и они оставляют твое уважение, потому что ты не воспитала, или ты не воспитал его, проявляют уважение к своему отцу. Из-за того, что он с тобой не живет. Или она с тобой не живет. А также многое бывает, дорогие братья, когда ослушание родителей происходит из-за жен, из-за плохих жен. Просим Аллаха Субханаху Та'аля, чтобы исправил наших жен. То есть, что делать из-за неприязни, которая между женой и между свекровью, или там, она начинает капать мужу и отдаляет, с каждым днем отдаляет мужа от своих родителей. Поэтому сколько мы видим случаев, которые из-за мелочей с родителями спорят, родителями там, может быть, там из-за дома или из-за участка какого-то или чего-то, даже может человек ударить своих родителей. Сколько угодно бывают такие случаи. Кто это стал причиной? Капающая жена. Или друзья, друг, который капает, отдаляет от человека. Отдаляет человека от своих родителей. Поэтому просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы исправил нас и наших жен, наши семьи. Хасан ибн Али, ради Аллаху Анху, еще одну историю расскажу. Хасан ибн Али рассказывает, когда мы однажды с отцом Али ибн Аби Талибом делали таваф вокруг байта, вокруг Каабы, мы слышим голос, говорит, одного человека.
которая искренне кается, искренне просит Аллаха Субханаху ва Тааля, плачет, очень сильно плачет, видно, что у него очень большое горе. И тут приводится его стихи, стихами он обращался, до того он больно ему было, обращался к Аллаху Субхану, я не буду читать, и он, ну, видно, что очень как бы жалостный, вызывающий жалость такой. И Али ибн Аби Талиб сказал, что у этого человека случилось, найди, говорит, этот человек, который это плачет, говорит, спроси его, кто он такой, говорит. И он рассказывает, я, говорит, подошел к нему, и я сказал, я сын Али ибн Аби Талиба, правитель мусульман, я хочу, что с тобой случилось, может, чем-то сможем мы помочь тебе, говорит он. И тот сказал, у меня со мной ничего не случилось, говорит, и он показал свою правую сторону, руки, у него высохшая рука была полностью, и он рассказывает, я, говорит, был очень человеком, который очень сильно ослушался своего отца, говорит, то есть пил, была такая далекая жизнь от религии, выпивал спиртное, вот так, и отец каждый раз меня как бы упрекал этом и говорил, сын, у тебя могут быть несчастья в этой жизни и в судный день, не надо ослушаться Аллаха Субханаху ва Тааля, вот так как бы пытался его воспитывать. И когда иногда я как бы бывал сильно пьяным, я избивал его, говорит. И так же случилось, один день он хотел меня наставить, я сильно избил отца своего, говорит он. И отец сказал, я пойду, говорит, жаловаться на тебя, Аллах Субханаху ва Тааля, говорит. И пошел, мы, видимо, недалеко от Мекки жили, пошел возле Каабы, стал, взялся за этот покрывало Каабы, держа руки и просил Аллаха Субханаху ва Тааля. Я ман илейхи атал худжаджу кад катару арда л-махамати мин курбин ва мин бурди. О тот Аллах, к которому пришли эти паломники, кто-то из далеких, из разных мест, говорит. Инни атика я ман ла юхайибу ман ядруху мубталан бил вахи ссамади. Я пришел тебе, говорит, с дуа, я и знаю, что ты никогда не опровергнешь мою дуа, говорит. هذا منازل لا يرتد عن عققي. Этот муназиль звали его сына, этот не проявляет ко мне почтения, говорит, и всегда вот таким образом меня мучает, говорит он. فشل منه بحول منك من جانبه يا من جانبه يا من تقدس لم يلد ولم يولد ولم يلد. О тот, который не рожден, не рожал и не был рожден, накажи моего сына, говорит. Вот. Накажи его руку, которая меня избивала, говорит. И не прошло много времени, у меня полностью рука высохла, говорит. Эта сторона высохла, говорит он. И он узнал, сделал таубу и плачет каждый день. Узнал, что он очнулся человек, покаялся и делает дуа каждый день. И попросил Аллаха, пойдем, говорит, ради Аллаха со мной туда, в Мекку. Обратно в Мекку, я туда тебя повезу, там же делает для меня дуа, говорит, может быть, Аллах Субханаху ва Тааля вылечит меня, говорит. И он говорит, по дороге, когда мы шли, он был на верблюде, старый человек, и вдруг оттуда какая-то птица полетела, и верблюд испугался, он упал с верблюда и поломал себе голову, и умер, погиб там от его отец. Этот человек именно тогда похоронил его там, и там же пришел в Мекку и плачет. И знает, что если я умру, говорит, отец будет недоволен со мной, и я буду человеком, который умер, ослушавшись отца, говорит, и плачет при этом. И тогда Али ибн Аби Талиб ему сказал, говорит, сказал, «Абшир кад атака л-гауфу». Он говорит, радуйся, говорит, я помогу тебе, говорит. То есть попрошу Аллаха за тебя, говорит он. Но если бы твой отец не согласился бы попросить за тебя и не шел бы с тобой в Мекку, я не просил бы за тебя, говорит. И сделал два ракаата и сказал, открой свою руку, и он открыл свою руку, и сделал два ракаата и долго просил Аллаха Субханаху ва Тааля, и пока не прошла его рука. Это известная история, которую Муназиль ибн Харис, этого человека звали, это история, которая случилась с Али ибн Аби Талибом. Поэтому, дорогие братья, что бы мы ни видели, делали в этой жизни,
Аллах по отношению к родителям, Аллах Субхана ва Тааля нам возвратит его непременно. Непременно возвратит. И тот человек, как сказал в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот человек, который проявляет почтение к своим родителям, Аллах Субхана ва Тааля ему даст долгую жизнь, говорит. Продлевает жизнь из-за проявления уважения к родителям. Даже после смерти можно проявлять уважение к родителям, дорогие братья. Даже после смерти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел человек и говорит: «О посланник Аллаха, мои родители умерли», говорит. «Осталось ли добро, которое я должен сделал по отношению к ним после смерти?» Он говорит: «Да», говорит, «четыре вещи остались», говорит. «Ас-саляту алейхима, дуа им делать, валь-истигфару лахума, просить за них прощения, ва инфазу ахдихима, если они обещали что-то, исполнить их обещание, ва икраму садиқихима, и относиться к их друзьям лучшим образом, ва силату рахими лати ла рахима лака илля мин кибалихима, и поддерживать родственные отношения, которые идут с их стороны», говорит, «только посредством них поддерживается», говорит он, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды Ибн Умар, радиаллаху анху, хадисы, которые передают имам Муслим, идет в Мекку в хадж и вдруг увидел одного бедуина. Увидел одного бедуина, дал ему очень много денег, снял с себя халат имама, вот этот чалму снял, все дал ему. Очень проявил к этому человеку уважение и почтение. И ему делали замечание. Эти бедуины, говорят, они жадные люди, почему так? Они достаточно, им хоть чуть-чуть достаточно. Он говорит, «Инна аба хаза кана уддан ли Умар ибн Хаттаб». Отец этого человека, говорит, его любил Умар ибн Хаттаб. Они были друзьями с Умар ибн Хаттабом, ради Аллаха анху, говорит, с моим отцом, говорит. «Ва инни самиту Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям», и я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорил: «Инна абаррал бирри силату раджили ахла удди абихи». Это самое лучшее проявление уважения к своим родителям, говорит, после их смерти, это поддержка родственников, поддержка отношений с теми, кого твой отец любил, говорит. Как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже после смерти Хадиджа, даже по отношению к своей жене он это делал. Делать за них дуа. Даже если если среди нас есть такие люди, которые чувствуют, что должным образом не проявили к своим родителям отношения, сейчас тоже и родители умерли, сейчас тоже это ему можно делать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы, которые передает Анас ибн Малик, говорит: «Инна л'абда ла ямуту валидаху ау ахадухума, ва иннаху лахума ла'акун». Человек, может быть, умрут его родители, и он был, то есть он ослушался их, говорит. «Фаля язалю яд'у лахума ва ястагфиру лахума», и он не перестает делать им дуа и просить за них прощения, «хатта яктубаху Аллаху барран», пока Аллах не запишет, что этот человек является послушным, то есть был почтил своих родителей, говорит. Даже вот если наши родители умерли, за них не переставая нужно делать дуа. После каждого чтения Кур'ана, когда ты садака делаешь, делайте за них дуа. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, что нам внушил богобоязненность, держал наши сердца на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, дал нам полезные знания в исламе, дал нам знания, как проявлять уважение к нашим родителям. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы исправил положение мусульман во всем мире. Аллахумма гфири лил-муминина валь-муминат, валь-муслимина валь-муслимат, ма байна аль-машариқи валь-магариби куллихим ааматан амин. Аллахумма ансур ил-ислам валь-муслимин, Аллахумма ансур ман насара ад-дин, вахзул ман хазала ад-дин, вансурна вансур ил-муслимина аля аль-кауми аль-кафирин. Аллахумма ман арада бил-ислами валь-муслимина хайран фавафиху ли кулли хайр, ва ман арада бихим шарран фахузху ахза азизи муктадир. يا قيوم السماوات والأرض يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.